С огромным удовольствием я выступаю на этом мероприятии. Конечно, приятнее было бы приехать перед белых ночей в Санкт-Петербург, но, надеюсь, скоро такая возможность появится. Меня зовут Матео Ламбертини, я медицинский онколог из университета Гены на северо-западе Италии. И в основном я этой темой занимаюсь, в своих клинических исследованиях РМЖ у молодых. Клинические данные собираем по очень молодым группам пациенток до 35 лет. Перед тем, как приступить к презентации, хотелось бы сделать такой опрос. Проголосуйте, пожалуйста. Итак, в лечении рака молочной железы у молодых женщин до 35, что из ниже следующего является правильным ответом? Первое. Адъювантная и неадъювантная химиотерапия всегда должна применяться. Второе. Показания на генетическое тестирование зависит от семейного, от анамнеза и или от биологии опухоли. А сам по себе возраст еще не причина применения более агрессивных видов терапии, и лишь отдельной пациентке, только отдельной пациентке может быть предложена стратегия лечения с сохранением фертильности. Ждем результатов, пока не начнем презентацию. Процент. Возраст сам по себе не является причиной для назначения более агрессивной терапии. Thanks, Татьяна. Спасибо, Татьяна. Ну что ж, надеюсь, убедите остальные 60%, что это правильный ответ на наши вопросы. Теперь про презентацию. Я знаю, у меня всего лишь четверть часа, поэтому буду краток. Основные моменты расскажу этой важной темы. Биология. Сначала вступление. Почему важно эту тему обсуждать? Потому что рак груди – это самая часто диагностируемая злокачественная опухоль у молодых женщин. Вот информация из недавней публикации. Здесь распределение различных видов рака до 40 лет у мужчин и женщин. И, как видите, рак груди – весьма частое заболевание по всему миру. Самое частое – 30%. Каждый из трех новых раков у женщин до 40 – это именно рак груди молочной железы. А вот информация различных онкологических обществ по этому. Каждые два года организуется очень важная международная конференция, и они пытаются создать руководство по улучшению лечения, терапии молодых женщин с раком молочной железы. Так что советую рассматривать руководство PC1, чтобы иметь самую последнюю информацию. BCY2. Это последнее издание было в 2020 году, в прошлом году было опубликовано. И первая тема – биология рака груди у молодых пациенток. Вы видите, что он становится более агрессивным, чем у более старших пациенток. Катологические виды РМЖ более агрессивные, более частая заболеваемость. В любых случаях мы наблюдаем, что у моложих пациенток более высокий риск развития более агрессивных субтипов опухолей. И у большинства молодых женщин бывают, как правило, внутри протоковые типы заболевания. И HER-позитивные, у них тоже внутрипротоковый, то есть более агрессивный тип. 10% случаев – это внутрипротоковый А-типа. Менее агрессивные опухоли, и это меньше
половины того, что мы наблюдаем у более пожилых пациентов. Там субтип А более 20%. Прогностические цифры – это крупные исследования, вот его результаты. Молодой возраст – это плохой прогностический фактор, негативный. Даже при поправках на все другие факторы, стадия диагностики субтипа опухоли, полученной терапии, все равно молодой возраст – это негативный прогностический фактор. До 40 лет 30% больше смертность по сравнению с возрастом с 51 до 60, если все остальные характеристики не учитывать. И самый важный еще результат этого исследования – это разделение по патологическим субтипам. Здесь мы видим, что негативные прогностические цифры все еще в основном касаются именно внутрипротоковых типов опухолей. Есть различные клинические и биологические объяснения этого факта. У нас сейчас нет времени это разбирать. Но просто хотел этот факт подчеркнуть. Даже более, несмотря на то, что тройной негативный и HER2 позитивный, больше риск этих, все равно более опасными являются именно внутрипротоковые. Люминал А и люминал Б. У них биология такая, и нужно понимать, что это дает весьма негативный прогноз для молодых женщин, худше, чем для пожилых женщин. Поэтому очень важно именно для таких пациенток обеспечивать адъювантную и эндокринную терапию. Теперь по генетическому тестированию и синдромах. Это очень важный аспект в лечении молодых женщин с РМЖ в соответствии с нашими руководствами. Генетическое тестирование должно быть доступно всем женщинам до 40 лет, вне зависимости от семейного анамнеза, биологии, опухоли и так далее. То есть только возраст уже является причиной послать пациентку на генетическое тестирование, особенно при наличии BRCA. Такая мутация очень высокий процент, от 12 до 15% у молодых женщин до 40 лет. И может быть еще выше у пациенток до 35 лет. Мы патогенные вариации этого гена находили у молодых, очень молодых пациенток. Вот какая важная информация. Патогенные варианты не являются негативными прогностическими факторами. Молодые женщины с мутациями BRCA, у них исходы могут быть такие же, как у молодых женщин без этой мутации. Так что разницы в прогностической значимости BRCA 1 и 2 разницы не имеют. Теперь возвращаемся к теме HER2 позитивных пациенток. Среди BRCA2 гормональный статус не является прогностическим фактором. С этой мутацией имеет лучший исход, чем молодые женщины с BRCA mutation и гормонорецептной позитивностью. То есть позитивность гормональных рецептов не является позитивным прогностическим фактором у молодых пациенток. Тестирование на ген BRCA, естественно, нужно не только для того, чтобы снизить риски в стратегиях, это также определяет, нужно ли делать мастектомию, гинекологические хирургии в качестве профилактики. И сейчас, если у нас есть мутация BRCA, это нужно обязательно знать. Есть ингибиторы, которые используются в случае РМЖ. Мы
их используем, ингибиторы ПАРПа, используются для лечения подобных пациентов, даже с распространенным метастатическим заболеванием. Несколько лет назад была презентация результаты исследования Олимпия в журнале медицины. И здесь удивительные материалы. Если один год давать это лекарство после адъювантной или неадъювантной химиотерапии у пациентов с высоким риском ранним РМЖ и мутацией BRCA, 9% разницы, то есть трехлетняя выживаемость на 9% выше по сравнению с плацебо. Это весьма значимый результат. Мы говорим о молодых пациентках. И еще важное клиническое следствие этих исследований. Как только у нас будет более четкие понимания, подтверждения, мы понимаем, что пациентки с мутацией BRCA, они хотят часто иметь детей. И до 20% молодых женщин с раком молочной железы и этой мутации все-таки беременеют после лечения. И мы знаем, что это репродуктивное плохо для репродуктивной функции женщины предыдущей. У них, кажется, снижается потенциал для фертильности еще до начала противораковой терапии. Мы также знаем, что ингибиторы ПАРПа и в частности Олапариба достаточно токсичны. Они истощают резерв яичников, в частности, в экспериментах с мышами. Этот аспект необходимо иметь в виду, но даже учитывая это, нужно внимательно относиться к тому, что становится потом женщинам с их фертильностью и с возможностью забеременеть. Поэтому мы занимаемся отслеживанием пациентов в течение года. Когорта пациентов с мутацией BRCA. Теперь самая важная, пожалуй, тема в лечении молодых пациентов с РМЖ – это использование адъювантной эндокринной терапии. Тамоксифен. 6 лет назад только тамоксифен давали, это был стандарт лечения. 5 лет тамоксифена – это была единственная адъювантная эндокринная терапия, возможная для молодых женщин. И продолжали этот срок до 10 лет, в зависимости от менопаузального состояния. Либо переходили на другие ингибиторы. Ароматазы ингибитора использовали. Вот роль ингибиторов в прекращении функции яичников. Два исследования под названием SOFT и ASTRA были проведены, и они подчеркивают преимущество прекращения лечения тамоксифеном и перехода на другие средства, особенно для пациентов высокого риска, которые получали раньше химиотерапию. А вот там 3 группы, тамоксифен 5 лет и ОФС плюс 5 лет и другая, третья группа. Тамоксифен плюс подавление функции яичников. Какие были сухость вагины, сексуальная дисфункция? И это касалось очень молодых пациенток. Это нужно обсуждать, эти побочные эффекты, иначе приверженность лечения будет очень низкой, особенно у пациенток достаточно молодых. Они прекращают свое лечение практически четверть до 35 лет, прекращают прием лекарства до истечения 5-летнего срока. Приверженность низкая из-за этих побочных эффектов. Дальше. Сочетание подавления функций яичников с ингибиторами ароматаза. Вот, опять же, результаты исследований. Оба они указывают на пользу тройной комбинации залидоновой кислоты, лизерола и триптролина. Эти исследования представили четкое преимущество
повышение выживаемости 5-8 лет без рецидивов. Хотя в общей выживаемости пока мы не видим пока преимуществ и ждем дальнейших результатов исследования, чтобы это определить. Адъювантная эндокринотерапия, ОФС, подавление функций яичников, плюс ингибитор ароматазы ассоциируется и с сексуальной дисфункцией. И опять же, очень релевантно рассматривать различные профили токсичности с женщин не только во время диагноза, но и в течение лечения. И пациенткам нужно предлагать возможность поддерживающего лечения, фармакологическое и нефармакологическое, в зависимости от тех нежелательных явлений, которые они испытывают. Как консультировать таких молодых пациентов на адъювантной эндокринной терапии? Очень важно является то, что в случае сочетания ОФС и AI нам все-таки нужно закончить подавление функции яичников. При менопаузальной женщине не имеет полного подавления функции, и в молодом возрасте до 35 это один из риск-факторов, если подавление будет не полностью сделано. Если у нас, например, не было химиотерапии или высокая масса тела, и все это плохие прогностические факторы. Поэтому нужно добавлять ингибитор ароматазы. Опять же, нужно быть очень осторожными, особенно в течение первого года, и проверять у них эстроген, чтобы убедиться, что подавление было осуществлено полностью. Внимание нужно уделять именно пациентам высокого риска. Чтобы сделать выбор, какое лечение назначать, мы создали вот этот бесплатный онлайн-инструмент. Он есть в онлайн, абсолютно бесплатный, не нужно даже платить за вход на веб-сайт. И они оценили прогноз в зависимости от классических клинических характеристик, которые мы всегда используем при выборе лечения. Вот пациентки слева с хорошим прогнозом, 100% свобода от рецидива, не будет рецидива, и справа здесь наиболее негативный прогноз. И посередине, скажем так, промежуточные случаи. И авторы позволяют просто забивать характеристики пациента, и будет подсказано, какие лучше виды терапии назначать. Например, пациентам под серединки тамоксифен большой пользы не принесет, и ингибитор ароматазы тоже. А здесь для пациенток высокого риска справа это, наоборот, терапия предписывается. Вот схема выбора. Я начинаю, что обычного оценки с этим как раз инструментом в онлайн я работаю, и с низким риском я даю только тамоксифен. С другой стороны, наоборот, другая крайность. Я даю ОФС и AI, подавление яичников плюс ингибитора ароматазы. А в серой зоне, посерединке, я выбираю, использую иногда профиль экспрессии генов. Решаю, давать им химиотерапию или нет. Если решаю назначать химиотерапию, это не дает разницы. Буду ли я давать тамоксифен и ингибитор ароматазы? Если я все-таки не даю химиотерапию, тогда я предпочитаю давать самое лучшее эндокринное лечение. Это ОФС
плюс ингибитор ароматазы плюс подавление яичников. И очень важная тема для молодых женщин с РМЖ, особенно до возраста 35 лет, это возможность забеременеть и фертильность. Это важно для многих женщин. Одна из трех основных приоритетов в соответствии с опросами. Они заинтересованы иметь детей, но только у немногих получается зачать после окончания лечения рака РМЖ. И у них низкие шансы потом забеременеть после этого лечения по сравнению с остальной популяцией того же возраста по двум причинам. Во-вторых, во-первых, это токсичность лечения, которое мы назначаем для излечения РМЖ. Так что нужно сохранять их беременность. Кроме того, было подавление яичников во время химиотерапии. Второе объяснение низкого уровня беременности, возможности забеременеть, это опасение, просто опасение, что и врачи, и пациенты верят, что беременность может способствовать появлению новых опухолей. Когда спрашивают пациентов и врачей, были опросы, считают ли они, что беременность безопасна после вылеченного РМЖ. 70% врачей считают, что это, возможно, не безопасно. И то же самое касается и пациентов. А наши данные это не поддерживают. Беременность и крупный метаанализ показывает, что беременность после РМЖ не влияет негативно. Даже, пожалуй, беременность полезна после РМЖ. Вот доказывающие это данные. Вот то же самое касается носительниц мутации BRCA. Выживаемость без рецидива, с беременностью или нет. Вот результаты. Мы ждем еще результатов исследования под названием «Позитив». И мы решаем, когда прекращать эндокринное лечение и когда после окончания терапии позволять женщинам беременеть 5 лет или меньше. Так что в конце хотел бы сделать следующие выводы. РМЖ у молодых женщин биологически отличается от того же у пожилых женщин. И только возраст не считается причиной более агрессивной терапии. Каждой женщине нужна генетическая консультация, и нужно обсуждать фертильность и возможность забеременеть. Это важно как для пациенток, так и для их здоровья. И обязательно нужно консультировать по этому поводу женщин. И беременность после РМЖ считается безопасной после излечения РМЖ. На этом заканчиваю. Еще раз спасибо за приглашение выступить.